Привет, Винный Куплей, и мы продолжаем за нашего Артура. Посмотрим, что получится. Так, место для ночлега. Нам нас могут... Как и говорилось раньше. Эй, куда вы собрались? Оставайтесь на виду. Прекратите, что девушке нельзя отлить без посторонних глаз. Ты любишь подглядывать? Нет, извини, я не хотел, Ха-ха, успокойся, малец, я просто патрулирую над тобой. Будь проще, ты не тянешь на бывалого стражника. Может, и я не тяну, только я тебе не малец. Ты ведь не намного старше меня. О, я очень давно распрощался с детством, когда лишаешься крыши над головой и живешь на улице. Ты или быстро взрослеешь, или помираешь. А как ты повзрослела? Не твое дело, солдатик. Почему это тебя интересует? Ну не знаю, наверное, любознательный. Я уже прочитал немало книг. Малец, невозможно учиться жить по книгам. Новая мать их обожала. Первым мужиком у нее был владелец цирка. Так у него была куча книг. Но я не его дочь. Моим отцом был солдат из Англии. Ему понравилась мать, а он понравился ей. И она вместе убежали в Мерсию. Это было сущее безумие. У них совсем не было денег, поэтому отец нанялся к ростовщику выбивать долги, а мать устроилась в баре. Кабаре, точнее. Она научилась меня всяким цирковым трюкам, таким как сальто назад, метание ножей и прочее. Отец научил меня драться, а еще я поняла, что все мужики козлы. Когда мать умерла от гриппа, ублюдок просто смылся. Мои родители тоже так поступили, но вроде того. Они дали меня в монастырь, чтобы я стал писарем. Малец, благодари Фару. У тебя хоть была крыша над головой, ты понятия не имеешь, что значит жить в канаве. Каждый день ворую, чтобы не умереть с голоду. И если попадешься, то избивают до полусмерти и вообще убивают. Бритта не была бездомной, но ее все равно убили. Да, так бывает. Сначала все очень плохо, а потом очень хорошо. Так почему бы тебе не сбежать по дому на отцу и не найти место получше? Почему-то весь мир одинаковый, малец. Этот отряд – мой единственный шанс выжить и получить официальное прощение. Расколотая Британия. Крепость Уэр. Корт. Важное военное укрепление, стратегически расположенное неподалеку от форта Бамбора. В знаменитой лестничной башне до сих пор не могли порваться ни один враг. Так, ничего нету. Павшая крепость. Лютер со своими отрядами направляется в крепость Уэр-Корт, чтобы найти лорда Кейдена. Цель изучить и знать, что произошло в крепости Уэр-Корт. Провокация дополнительно используется навык Лютера провокация. Так, он сражался плечом к плечу лордом Кейденом. Ага. Окей. Так, возьмем вот эти все, да? А кто у нас? Так, Тредпаун, да? Давайте так. Окей. Павшая крепость. Акт 1. Глава 3. Клянусь богами, в книге не говорили, что в Нумбрии настолько холодно. В итоге глядите, всего неделька в тюрьме просидела, а весь мир уже успел накрыться медным тазом. Неужели местная стража тоже бросила свой пост? Многие покинули это место, но некоторые остались блуждать в вечном плену без надежды на спасение. А, из-за погоды, неужели это из-за проклятия? Довольно, если буря поутихнет, мы продолжим путь, в противном случае заночуем здесь. Так, что здесь у нас? Фига, морозная свежесть. Сломанная повозка. По-видимому, разгробленная. В таких повозках когда-то возили товары в цитадель. Среди обломков досок, щепок и гнутых железяк лежат ржавые металлические инструменты, поломанные столовыми приборами. Сервера нет. С
отстал отряда плюс 2. Вот черт, самое ценное уперли. Мы не отдыхать сюда пришли, вперед. Пока люди гибнут, мы собираем серебряные ложки. В отличие от вас, красавчик, я не в роскошном замке родилась. Так что заткнитесь и не смейте меня учить. О, пехотинца обычная. Это как у нашего пацана. Продадим тогда ее. Что здесь у нас? Ничего нету? Нет, так нету. А один только холод не мог сгубить всех этих людей. Тут был бой, смотрите в оба. Слышите, готовьте клинки. Эти ребята дали дуба не от простого насморка. Так, открываем. О, рукоятки. Что за края рукоятки? А, лебедические нарукавники или это артефакт? Эти нарукавники какой-то в фазе алхимического освещения, альбедо. Они инфруксированы защитными самоцветами, передающими владельцу жизненную силу. Плюс 11 мячков и здоровья. Волшебник, священник, вор и варвар. Давайте священнику дадим. Так, книжка. Голубов. Записи о крепости вывод Торкот. Большая часть страницы вывалилась или оказалась поедена червями. Это старый грозбух, который несколько поколений интендант ввели учет припасов и оружия, поступающих в цитадель и вывозимых из нее. Однако последняя страница весьма любопытна. В последние месяцы поставки продовольствия сильно возросло, но из цитадели ничего не выносилось. Напротив, в переписке снизу последняя страница упоминается отправленный лорду Кейдену запрос на дополнительное снаряжение и оружие. Судя по всему, в цитадели готовилась к худшему, к стратегическому отражению, призванному защитить регион и всех обитателей крепости. Но от кого? Мог ли Уэссекс вторгнуться в Нумбрию, как в Мерсию? Но как это вышло, что больше нигде следов военного вторжения не было? Так или иначе, совершенно очевидно, что план, несмотря на все усилия, с треском провалился. Слава плюс 2. Что здесь такое? Ничего. О, монетки. Да, о. Встреча. Смотрите, выжившие. Твою мать, хрен какая. Стойте, с ними что-то не так. Готовьте оружие. Как говорилось, оставьте блуждать в вечном плену. Кувшин цитринисана. Древняя опасная жидкость, которая поджигает все, что попадает. Вызывая горение длительностью в 2 раунда. Так, тогда вот этому священнику придется, что это, кинетический удар. Чё, нету, не будет? Я думал, будет удар.
Ха-ха! Так, а это 8, 6, еще 2 останется, да? 7, 6. Много, конечно, да. Она будет встречать. Блин, здесь их столько. Как быть? Пацану надо помогать. Жирный пошел сюда. Блин, это жесть какая-то. Фига они херачат. Толстяк отошел. Рециды-ты! Круто. Ха-ха! О, этот урон еще наносит, нифига себе. Ха. Ой, что я делал? А это кто такой? Почему я... О. Я двинуться должен, да? Ха-ха! Ха! Отлично. Вот это гон. Ха-ха! Насколько хочешь, можешь, то и уходи. Блин, давай, выживи. Блин. О, а как здесь? Ты что здесь делаешь? Mm-hmm.
такой не в понятках. На. Ха! Давай, крит. Отлично. Что это? Загадочное варево. Обычно рекомендуют примет. На этом флаконе нет никаких надписей. Внутри может оказаться все что угодно. Ха! А перед... Ха! Критическая атака, жестокий удар. Это что у нас? Травяной бальзам. Лечит ожоги. Семь, да, у нее. Два, три, четыре. 5, 6, 7. Да, уверен. Огрм. Типа один остался или что? Берсерк. Дурака включаешь. Блокировка. Ты что, еще огрызаешься, козел? Мерлина тебя. Ха-ха! Мерлина тебе не хватает. Сейчас получишь. Оп! Исследование. Убогие, все эти несчастные. Какой у нас был выбор? Все равно они были двумя ногами в могиле, так ведь? Долг рыцаря облегчить боль, они заслужили покой. Смерть всегда поражала меня своей непреклонностью и бессмысленностью. Безусловно, перед нами зловещее и крайне неприятное явление. И все же, весьма любопытное. Чего любопытного, все сдохли. Ха-ха! О. Монеточки, 300 у нас есть. Нам бы хапулечки. Здесь была жестокая схватка. Они не отступали, ни на шаг. Но их окружили со всех сторон. Эти существа прорвались внутри, затем вторая волна ударила с тыла. Из-за такой бойни живым не выйдешь. Должна быть та великая битва, доблесть этих людей остается памяти их потомков. Серебряный клон Кейдена, солон с гербом Нумбрии, когда-то подаренный любовью, тем горькое напоминание о умершем сыне лорда Кейдена. Че, он умер, что ли? Так, что здесь?
Труп солдата. Похоже, это был высокопоставленный воин. Этот человек, лежащий в кольце трупов, определенно бился до самого конца. Твари изодрали его нагрудник и почти всю кожу на лице. На его шее остались цепочка с серебряной подвеской, и на ней ясно различимый геральдический знак. Гербовый щит лорда Кейдерна. Он ненадолго пережил своих убийц, потому что в его окаменевших пальцах зажал клочок пергамента, определенно имеющий для погибшего большую важность. На нем короткую, насмех набросанная записка. Моему каптенармусу, вы кровь от моей крови. Не позволяйте другим сомневаться в этом. Лорда Кина. Похоже, сам Кейден был занят другими заботами. В окружении. Но он все же пытался исполнить свой долг. Впрочем, как и его отец. Юноша только приумножил свое несчастье. Переживет ли старик утрату? В любом случае, паренек дорого пропадал в свою жизнь. Стоит предоставить лорду Кейден доказательства смерти его сына, будет надеяться на лучшее. Возьмем кулон с собой, и не потому, что он серебряный. Давайте сохранимся. Безопасное место. Что это? Клянусь богами, кто-то все-таки выжил. Они здесь совсем один и без доспехов? Берегись. О, варвар какой-то. Ого! Ловушка на медведя. Для охоты создано немало хитроумных устройств. Но ничего не заметите, старый добрый капкан. Осторожнее, запутайтесь в него сами. Но вы... На ваше счастье, дважды он не кусается. Сколько? Опа, нифига их много. Что, яростный зверь? Смотри, Фергюсон. Налетает на игрок, подобно бешеному быку, сбивается с ног и окажется у него на пути. Грубая сила, как она и есть, этим могучим пинком можно отбросить любого, кто подойдет слишком близко. Не наносит урон. Так в ближнем бою классическая история про топор и череп, обычная атака в ближнем бою. А если бы телепортировать его? Сюда и наш... Нет, не уйдет. Пусть кто подходит, будет получать катманды. Так, здесь два. Давай, крит. Жестокий удар, отлично. Что это? Ага, понял. Так, ходить он не может, все. Тогда попробуем так. Ха-ха!
не выживать. Попробуем, что получится. Жук позади, блин. О, капкан попал, отлично. Блин, там нужно мазуту. Вот здесь, да, мазуту. Эти замедлятся. Уменьшено будет. Опа, а как? Он быстро пошел. Блин, нашим рыцарям нас сюда, да? Что это? Тайна лекарственная старый Нэн. Исцеляет болезнь. Четыре, да? 10, 1, 2, 3. Так, да, стой смирно. Сдули чуть-чуток. Чтоб ближе не подходил пока что. Пробуем. Так. Заторможен. Так, эти пошли здесь, да? Оп-оп. Ты куда? Нифига он прошел, козел. Стопудово. Сейчас они пойдут. И мы должны отморозить их. Блин, это жесть. Не за этим пошли. Так, пацан. Девчонка. Ха. Как ты промахаешься? Ха-ха!
Так, ты здесь будешь готов. Ха-ха! Ха-ха! Два, у него по три, да? Ноль эмоций. Так. Блин, зря в грязь его вел. Что, рыцаря? Эй, пацан, аккуратно. Позади опять старика. Они прям окружают уроды. Все равно смотри, что делать. Ха-ха! Мощный пинок, яростный зверь. Недостаточно. Ой-ой-ой. Я так и думал. Ха-ха! Ха-ха! Да, легко. Так. Блин. Может, что-нибудь интересное есть? Лекарства. Отлично, у нас есть защита какая-то. Ха-ха! Ха! Давай, старик.
Фух. Чё? Чё происходит? Почему он убил своего? Пейт пройдет, да? Знатная вышла потеха, Фергус. Благодарит покорно за такой славный бой. Хорошо, но метель совсем разыгралась. Поговорим внутри. Ищи слабенького ветерка, испугался. Но добром переживем. Так, это... ерунда все это, нам такое. Нам вот эти дополнительные очки, они пригодились. Mm-hmm. Вообще огонь. Так, аккуратненько. Записочка. Хрупкий клочок пергамента, почти замерз. Отмечено гербовой печатью Уссекса. Прочесть можно только несколько слов. В остальных местах чернила смылись или растеклись от суровой погоды. Разумно. Мы хотим лишь понимания. Не ускользнуло от нашего внимания. Ужасные слухи. Мы не хотели бы, чтобы они расходились. Лордов ваших земель. Позднее ночью вы, ваш молодой оруженосец, пришел к неверным заключениям. Принять наши условия. Представляется только герцог Уэссекса. Да, мало что понятно, конечно. Так, здесь больше ничего нету, да? Да. Позвольте нам переждать здесь грозу. Я Утер, командир рыцарей Мерсии. Приветствую, Риттер Уотерса. Я Фергус, еще не названный. Прохожу испытание силы. А я Гвен, еще не накормленная. Прохожу испытание голода и усталости. Странный вы народ, южане. И говорите чудно, вместе ненастья гроза. Южане? Ты что, хочешь сказать, что это на самом деле и за пределе? За пределе? Так в Британии называют твою родину, Фергус. Потому что она за горизонтом, понимаешь? Воистину и впрямь чудно. Фергус, ты знаешь, что случилось с этими людьми? Дошла до наших гор весть о чуме, которая может души закрывать между жизнью и смертью. И у нас шушукались, мол... это так задумано, чтоб страну разорить. Но я и подумал, вот тебе отличный шанс. Шанс на что, Верзила? Имя себе сделать, стать Ардрсиан Синитх. Эх, да где тебе понять, британка? Поведать же о наших, осведомленный друг. Как ты дошел до мысли такой? Да приходит к нашим старейшинам один надоедливый чудак. Говорил, какой-то герцог нам отвалит кучу денег. Все, что я видел, темное знамя с диковинным знаком. Приспешник Горлуа. Но так далеко, в запределье. Шотландец, наши цели совпадают. Мы тоже, можно сказать, приходим испытания. Именно, мы ищем того, кто напустил эту чуму. Нам бы пригодилась твоя помощь. Так что ж, ты ее получишь. Риттер Уотерс. Нас ждет слава. Психованный рыцарь, чокнутый бродяга, а теперь еще этот мужик, прям как маминым рассказом о цирке. Нормально. Но это уже место для ночлега, да? А, таверна, черный рынок.
Давайте, друзья, на этом остановимся. В следующей серии мы продолжим. Ну, а пока что это все, друзья. Спасибо большое, что были со мной. Оставайтесь на канале, подписывайтесь. Всем большое аригато. Всем пока.